Знаменитая легенда о Ясоне оживает на глазах сотен зрителей, которые собрались в театре под открытым небом. Представления проходят в Мандарин-холле на специально сконструированной сцене в центре бассейна. Шоу поставлено эксклюзивно для комплекса «Мандарин». Создание шоу продиктовано местом, где мы находимся. Не секрет, что Колхида – это именно здесь, на границе Сочи и Абхазии. Это экскурс в историю, это наша трактовка знаменитой легенды об аргонавтах. На пути к Золотому Руну Ясону и аргонавтам встречаются прелестные женщины, беспощадные враги, мудрые кентавры и яростные огненные быки. Здесь есть все – и героические сражения, и, конечно, любовь. Атмосфера древнегреческой легенды передается и дополняется технически сложными элементами и спецэффектами. Это видеопроекция на огромном экране, лазерная анимация под аккомпанемент сотни фонтанов, мелодичная музыка, яркие костюмы и декорации. И, конечно, головокружительные трюки на высоте пятиэтажного дома. Сегодня премьера, открытие нового сценического искусства. Это театр спорта. Этот спектакль будет работать весь сезон. С добавлением каких-то, с усложнением, с добавлением каких-то новых эффектов, новых трюков. Кульминация шоу – трюки без страховки на высоте 17 метров исполняет главный герой легенды. Финал заставляет зрителей встать с кресел. Артисты шоу – это звезды лучших цирков мира. На поклон выходят под бурные овации. Зрители в восторге. Ярко, красочно, здорово. Очень красиво. Просто супер. Такого в Сочи, честно говоря, не было. Окунуться в мир древнегреческого мифа можно в торгово-развлекательном центре «Мандарин» в Адлере. Инга Габеша, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ».